Трудно поверить, но в Беларуси настало время, когда вегетарианцев, веганов и сыроедов уже не считают людьми с другой планеты. Их количество растет, в столице проводятся профильные фестивали и эко-маркеты, дошла очередь и до открытия столовой, главная роль в которой отводится, естественно, овощам, сырым и термически обработанным. Мы стали востребованы прям моментально. Не потому, что мы там такие классные, просто потому, что городу не хватало такого места. Команда молодых людей, открывшая нестандартную для белорусского человека точку общепита, уверена, что сытным и в то же время полезным обед может быть без мяса, но при определенных условиях. У нас очень строгие правила и подход к тому, какое мы выбираем сырье. Это только натуральные продукты. Мы не используем поваренную соль, мы не используем дрожжи, мы не используем рафинированный сахар, мы не используем консерванты, загустители, стабилизаторы. И судя по аппетиту посетителей, оказывается, овощи и крупы действительно могут быть вкусными, если их правильно приготовить. Это такой уже далеко в прошлое ушедший какой-то миф, да, о том, что есть нечего, еда однообразная. По сути, все заключается в таланте кулинарном вашего бренд-шефа или шеф-повара. И для себя вот нам повезло, потому что у нас лучший специалист в Беларуси, и у него тоже хороший опыт. Он проработал и в Милане, и в Петербурге, в ресторанах высокой кухни. Что касается меню, как говорит Александр, кстати, уже давно переставший считать прожитые без мяса годы, то ориентир взят на здоровое сбалансированное питание, и разработано оно из соображений, что все должно быть вкусно, визуально аппетитно и сытно, причем не только для веганов, но и для мясоедов. Обеденный сет, он каждый день новый. То есть каждый день, приходя к нам, вы получаете новый супчик, новое горячее, новый салатик. Мы постоянно делаем какие-то новые намазки, хумусы, песто, варим компоты, делаем лимонады, делаем иммуностимулирующие шоты. И если вид блюд довольно привычный, то вкус и сочетание ингредиентов может удивлять. У нас большие порции, яркие вкусы для того, чтобы не только физиологически вы это почувствовали, но еще и эстетически вам понравилось, что вы увидели у себя на тарелке. А вот цены в безмясной столовой очень демократичные и более чем приятные, что, несомненно, тоже радует. Мы сюда в первый раз зашли, узнали, что открылось такое заведение, и поскольку я веганка, для меня это такое важное событие. Чем больше таких заведений в городе, тем комфортабельнее здесь проживание. Я тоже сытая. Не голодная. Довольная, да. Если вы заинтересовались, то имейте в виду, работает постная столовая только по будням с 8 до 19.00. А подводя итог, можно сказать, что все минчане веганами и вегетарианцами никогда не станут. Но отведав обед в новой столовой, какая-то часть этого сообщества точно увеличится.